Приветствую вас, цветоводы и любители, на канале «Экзотика цветов». Сегодня на обзоре децендра великолепная. Травянистый кустик высотой 80 сантиметров. Цветет продолжительно. Правда, не любит сырых мест. Поэтому я и загубила свой кустик. Он у меня тоже был. Ну, приобрела новый. И сейчас попробуем открыть. Посмотреть, что нам предлагают. Покопали хорошо. Корешки у него очень хрупкие. Очень. Корешки и... Ох, достать бы, не сломать бы. Вот, какой замечательный корень достался мне. Смотрите, какой. Правда, ростки пошли не в ту сторону. Придется его как-то так... определять, но все живое, хорошо смотрится. Смотрите, какой грунт хороший. С агроперлитом. Все очень хороший. Поэтому вот часть корешков я хочу вот так вот удалить. Вот так вот. Вот. И оставим вот только вот эту часть. Что-то они так как бы росли. Ну хорошо, посадочный материал очень хороший. Что буду делать дальше? Беру горшок, поскольку нету такой емкости, а надо его хорошо определить. Ну вот по размеру он как раз подходит под этот росток. Шикарный росток, надо сказать. Поэтому сейчас в основание насыпаю почвогрунт. Дальше надо распределить. Еще надо подсыпать. Дальше надо распределить вот эту красоту. Ну, наверное, вот так надо его распределять, чтобы все-таки корень вот так смотрит. А это все пойдет шапочка вверх. Поэтому сейчас подсыплю родной ему земли. Земля все-таки очень хорошая. Прям очень. Сейчас так вот утрамбую. Остаток надо высыпать. Вот. Очень сложно. Не поломать бы ростки, корешки. Ну, вот так. Потом надо его, да, вот так увлажнить со всех сторон. Так. Теперь надо очень все аккуратно присыпать эти корешки. Что им будем делать? Вот так вот уплотнять, промывать еще раз. Так его еще раз увлажнить почву. Ну чего, он выровняется, все будет нормально. Просто такая была у него упаковка, транспортировка. Ну ничего, он выровняется, все будет хорошо. Вот так. И сюда, под эту сторону его, вон туда. Утрамбуем. Потом, когда он выровняется, можно еще подсыпать земли. Чего хочу сказать еще. Почему я сажаю вот именно пакет, горшок? Ведь хрупкое растение. Вот так вот потом это вытаскивается, переносится к постоянному месту. Пакет разрывается,
и растение благополучно перейдет на постоянное место роста своего. Вот так вот. Сейчас еще раз полью. Листики выровняются. Потом дам подкормку под липолисту ему. И он будет шикарным кустом. До того момента, как ему еще перейти на постоянное место, он уже и акклиматизируется у меня. И уже проявит себя как героем будет. Подписывайтесь на канал «Экзотика цветов» в Яндекс.Дзен. Удачи! 100% всхожести ваших семян. Увидимся на канале «Экзотика цветов». Любовь бывает разная. Любовь к себе. Забота о семье. Внимание к близким. Дарите любовь с нами. Порядок – все то, что вы цените.